100 тысяч участников. Дорогие друзья, мы продолжаем церемонию вручения сертификата. На сцену приглашается преподаватель по классу балалайки Рязановской детской школы искусств «Дар» Попцов Ярослав Валентинович. Встречаем. Сертификаты вручаются Татьяне Альтман, студентке Омского областного колледжа культуры и искусства. Просим вас оставаться на сцене для памятной фотографии. Вальтеру Андресу, учащемуся из Иркутской детской школы искусств. Екатерине Курлевич, учащейся детской школы искусств номер 6 имени Светланова. Дмитрию Кукину, учащемуся детской школы искусств номер 2 имени Цыганкова. Софье Кирилловой, детская школа искусств номер 6 имени Светланова. Борису Кузину, учащемуся музыкальной школы Омского музыкального училища имени Шевелина. Александру Лапшину, учащемуся музыкальной школы Омского музыкального училища имени Шевалинского. Награждается Жангас Анаров, детская школа искусств номер 10. Василина Пушкарева, детская школа искусств номер 6 имени Светланова. На сцену приглашается Игорь Рыбин, студент Омского музыкального училища имени Шевалина. Награждается Мария Шувалова, Черлакская детская школа искусств. Спасибо, приглашаю вас в зрительный зал. Спасибо, Ярослав Валентинович, вам. И вновь продолжаем концерт. «Санта Лючия» – народная неаполитанская песня. Исполняет Виолетта Скачкова. Концертмейстер Владимир Васильевич Симонов. Молодец. Дорогие друзья, принимайте музыкальный подарок.
Гаврилин Метелица исполняет Жалгас Гаврилин.